Здравствуйте, наши зрители. Сегодня 12 ноября. Сейчас покажу номер отеля Италия. Значит, так, заходим. Небольшой коридорчик. Здесь для ключей, чтобы свет был. И в коридорчике стоят шкафчики такие с вешалочками. Вешалочек много. Потом здесь сейф. Сейф, правда, платный в шкафу. Здесь еще полочки в шкафу. Здесь полка, можно чемоданы, можно еще что-нибудь ставить. Значит, туалет. Какой туалет? Здесь раковина, зеркало. Но шампуни, правда, только такие жидкие и наливают не каждый день. Здесь вот тоже шампунь. Ванная такая небольшая размером, унитаз, ёршик, биде. Вот так открывайте. Правда, все трещит, когда открывается вода. Все время три рулона бумаги туалетной. Так, полотенце, значит, меняют не каждый день. Значит, вот такой туалет, ванна. Ну, так, размером нормальный. Так, дальше пошли. Комната. Комната, стоит диванчик. Но мы его не разбирали, я даже не знаю, разбирается он. Или нет? Да, скорее всего, разбирается. Картина над диванчиком висит. Потом большая кровать. Ну, такая нормальная. Удобная, между прочим. И тут такая маленькая. Ну, как бы маленькая, но сказать, что прям маленькая-маленькая, тоже нормальная. Поменьше, конечно, чем-то. Такие подушечки нарядные. Сегодня у нас, наверное, еще не убирали в номере. Просто. Такие лампочки две над кроватями включаются. Вот. Где тумбочка, телефон. Тумбочки. Здесь. Так, дальше. Пуфик рядом с кроватью, зеркало большое с лампами, все работает. Не, телевизор хороший, тут и флешки можно вставлять, посмотреть. Расположен только как-то, он очень интересный. Кровати тут, по идее, телевизор, да, сюда был, а тут какая-то супер картина практически с этого, с Лувра. Угу. Абстракция. Красиво. Ну, там для дивана, чтобы все вместе могли смотреть. Ну, все вместе, если мы вдвоем живем. Ну, вдруг еще ты кого-нибудь подселишь. Так, здесь холодильник у нас. Воду тут раз по приезду, две больших баклажки, а так выходите бесплатно везде, в барах, в ресторанах стоят стаканчики, стаканчики запечатанные с водой. Кому надо попить, берете в баре сколько надо и выносите. Выносить можно все. И сок можете налить в баклажку, чай, кофе. В общем, так номер нормальный. Большой очень. Значит, еще тут
кондиционер есть, правда, мы не включали. Балкон. Балкон здесь тоже такой большой. Два пластиковых кресла стоят. Плюс стул такой. Есть сушилка для белья. Номер, правда, у нас номер на крышу ресторана выходит. И бассейна тут. Такие горочки. Но ночью очень шумно. Здесь дискотека проходит. Все слышно. Закрываем окна, чтобы не слушать. Но все равно звук идет. Так что вот так. Ну, советую. Очень, между прочим, хорошо. Расположение моря 5 минут и все, и уже на море. Все, здесь зелень, мандарины вон растут. Висят деревья, эти фрукты на деревьях. Фиников много. Сейчас сезон фиников. Идем на пляж. Мы раз и вот финик набрали. Такие сытые, жирные, вкусные, сладкие. Да, Олег? Да. Так что советуем, приезжайте. Все, до следующих видео. Все, пока. Пока.